Отец, чай готов. Завтракать будешь? Отец, до каких пор ты будешь сторониться детей своих и внуков? Ей-богу, перед людьми неудобно. Thank you.
Shush! Shush! Дед, ты опять упустил своего ослика? Столько беспокойств от него. А ну, ребята, найдите-ка мне этого осла. Кто же это бродит вокруг дома? Мемек? Мемек? Хайда маккечи. Петра, бутын умрни. Молчун несчастный. Всю жизнь вокруг дома бродит. Бедолага. Да, Аксултан, если ты меня приняла за мемека, значит, стареешь. Баладжа, это ты?
Я назвал тебя старой, султан. А это тебе, похоже, не понравилось. Да брось ты. Дур, постой. Стекло лампы раздавишь. Проходи, Sultan mı yani? He. Yönde bir kör ve nefür gün ortağın el çıralı el yemiş diye. Говорят, в старину какой-то слепой бедолага средь бела дня с лампой ходит. Спрашивается, зачем тебе слепому лампа? Я, говорит, ношу эту лампу для тех зрячих слепых, которые ходят поодиночке. Вот и ты собрала около себя кучу ламп. Неспроста, наверное, а, Аксултан? Небось, думаешь, спятила старуха от одиночества? Скажи, Аксултан, наверное, мучает тебя тоска. Но что поделаешь, от судьбы не уйдешь. А этот что тут делает? Несчастный. С юных лет был батраком при дворе моего отца. Так и продолжает. Привычка. Да, кому-то Господь одиночество предписывает, а кому-то рабство. Да, какой красивый чайник. Ты пей свой чай, Баладжа. В этом чайнике чай не всякому подается. Эти лампы учитель Давлет принес. Попросил, чтобы я их начистила. Скоро в нашей школе откроют музей. Он будет посвящен памяти не вернувшихся с войны односельчан. Поэтому он хочет для каждого из них зажечь отдельную лампаду. И если я зажгу одну из этих ламп, может успокоиться душа того, кого я проводила на фронт. Хорошее дело затеяли.
Слушай, Баладжа, а что ты сегодня по аулу бродишь? Да вот, завел себе ослика. Он какой-то дикий, не слушается. Привязал его, он все равно вырвется. Вот я и бегаю за ним. Ну да, куда он денется из аула? Просто когда он нужен, его никогда нет рядом. Вот такой он непокорный, мой ослик. Я его вечно ищу. Вон там я немного травы накосил. Пошел, чтобы принести ее домой. Прихожу, а его опять нет. Вот такие дела. Как поживаете, Аксултаныджи? Спасибо, хорошо. Тихо. Вот я вам, Аксултаныджи, еще несколько ламп принес. Они особенные, когда загорятся. Балажа, мы хотим музей открыть. Такой это будет музей, всем на зависть. Там все эти лампы будут гореть. Хорошее вы дело затеяли. Аксултаныджи, вы обещали дать старую кедеве. Не раздумали? Помню. Она вон там в сарае лежит. Забирайте. Мои ребята молодцы. Интересно, как могла Аксултаныджи в такую маленькую кедеве поместиться? Аксултаныджи, это та самая кедеве, в которой тебя увозили? Интересно, сколько лет прошло с тех пор? Как новенькая. Теперь-то она никому не нужна. Аксултаныджи, ты приведи ее в порядок. Очисть от пыли, а я потом приеду и заберу. Пойдемте, дети.
О чем загрустил? Да, в тот раз я сам был виноват. Если бы отец чуть-чуть смелее оказался, все бы получилось. Ты это о чем, Баладжа? Я вспомнил, как отца к вам сватать тебя посылал. Да неужели? А я ведь ничего не знала об этом. И я не знал. Ей-богу, не знал. Обманули нас, провели. Если хочешь знать, Аксултан, мама хотела послать отца к вам сватать. А отец ей в ответ: допустим, мы пошли к ним. Да только кто нас ждет в доме Султанбая? Кто посмотрит на нас? Ишаката привязать негде будет. Да еще собак на нас натравят. Мама умоляла: а ты ради сына все равно сходи, ведь сватовство – это хорошее дело, никому не заказано. Отец разозлился. Он чуть не набросился на меня с палкой. Эх, судьба моя, горькая. Смотри, что получается. Отец мой все же поехал, а у вашего дома увидел двух всадников. Ему навстречу выходит Мюммёк. Кто такие, спрашивает у него мой отец. Как ты думаешь? Что может быть, когда в доме есть дочь на выданье? Сваты они, ответил Мюммёк. Обманул моего отца. Мой несчастный отец решил, что ему там делать нечего. Образно говоря, нет кола, чтобы ишака привязать. Развернулся и уехал. Вот так, Аксултан. А потом выяснилось, что тебя вообще за другого отдали. Да нет. Эти люди не свататься приезжали. Это были пастухи моего отца. Наших верблюдов пасли. А меня в другой аул выдали. Да откуда мне было знать? Обманутым я оказался. Что же делать? Видать, так на роду написано. Из нашего аула я была последней невестой, которую увозили на Кеджебе. Знала бы ты, Аксултан, как я бежал за этим верблюдом. Ох, и бежал. О, Господи.
Будешь жив, чего только не услышишь. Выходит, мне были устроены пышные проводы. Ну ладно. Аксултан, мне кажется, там что-то есть. Схожу, посмотрю. Это мне надоело. Да, там была взбесившаяся собака. Аксултан, как ты смотришь на то, чтобы я помог тебе почистить и разжечь лампы? Как тебе угодно. Тогда я начну с этой. Так ты говоришь, это была бешеная собака? Ну да. Причем хотела наброситься на меня. Я стукнул ее палкой, она взвыла и убежала. Да, кстати, Баладжа, по аулу слух распространяется. Правда ли это? А может, это болтовня безмозглых баб? Ну-ка, ну-ка, что за слухи? Поделись. Болтают, что Баладжа нашел себе кого-то, и теперь только и думает о ней. Какой там нашел? Да и где найдешь? А мне откуда знать? Аксултан, нет ничего страшнее на склоне лет остаться без спутницы. Знаешь что, Баладжа? Может быть, в этом возрасте уже не стоит думать об этом. Слава Богу, у тебя сын, невестка, внуки окружают. Чего тебе не радоваться жизни? Ты хоть не мучай меня, Аксултан. И без тебя хватает советчиков. Кто-кто, а ты-то лучше других должна понимать меня. У сына свое место. У невестки свое. Например, возвращаешься с работы уставший, расстелишь кошму в холодочке, под локоть подушку подложишь и сядешь чай пить. Вот тогда-то и нужен человек вроде тебя, поговорить, душу отвести. У человека, который просыпается рядом с тобой, совсем другая цена. Ну да ладно. Видно, на роду мне такое написано испытание.
Balaca, balaca. Ey balaca, balaca. Sen yekilin odunun, yakışının, oğurşunun gururun neyini... Ты жалуешься на то, как тяжело переносить одиночество? Onunla men pahir nemet. А мне-то что тогда делать? Adamimin şol urşun. Мой муж как ушел на фронт, так и сгинул. Otur nani, sop başım. Вот и сижу с тех пор одна одинешенька. Ақылтан. Шол кежевен үйдіне дүшіп. Скажи, Ақсултан, то была осенняя пора, когда я бежал за этим кежеве. Ау. Гүйді де. Да, это была осень. Дүние сапсары де. Весь мир вокруг был окрашен в желтые цвета. С того времени у меня словно что-то внутри оборвалось. Ни с кем я не лажу, ни с окружающим миром, ни с близкими мне людьми. А что там мир? С самим собой поладить не могу. И до сих пор. Как сказал один поэт, во мне находятся два мира, но я в один вместиться не могу. Слушай, Ақсултан. А тебе не приходила в голову мысль выйти замуж? То ведь ты куда? О, Аллах. Я его ещё что мне не канда не обшайчу. Похоже, он потихоньку подбирается ко мне. Бидинни кызганма дашма дурып турган яш. Нет, ты что думаешь? Я да. Вроде бы и на вдову, которая не сидится на месте, не похожа. Да и не молоды мы давно. Вот я об этом же. А люди-то что скажут? Мол, до сих пор сидела-сидела, а на старости лет взяла и испортила все это баба. Я хотел сказать, что нам обоим вместе было бы не так тоскливо на душе. Баладжава, мы нашли твоего ишака. Ой! Куда его привязать? Да погодите.
Сан не молли. Елим яктым, сюзу мене версене. Руку обожгла, быстрее принеси сюзьму. Маш скорей. Üflesene. Ну подуй же. Балажава, куда привязать твоего ишака? Иди привяжи его к тому колу. Пусть попробует отвязаться. Из-за одного ишака всему аулу жизни нет. Ah!